пропагандиста Соловйова неабияк розізлила заява представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стана, який негативно висловився про російську пропаганду. І тут сюрприз. Нарешті висловив недовіру і до Соловйова, і до йому подібних. Він, до речі, це зробив культурно і без використання лайки. Ну а путініст, як завжди, не стримував себе і вкотре продемонстрував, яке він лайно. Це я про Соловйова. Встает абсолютный, просто во всех смыслах этого слова, человек с непонятной сексуальной ориентацией Петер Станно. Еще и словак позорит свой народ, человек, о котором неизвестно ничего. И вот это звенящий этот какой-то говорит, Евросоюз считает недостоверным. Близко к нулевой достоверности информации из России. Иди посмотри в глаза семьям убитых детей. Як бачите, їм таки дуже радах від всього того, що відбувається в ЄС. Не менше, до речі, і від подій за океаном в Сполучених Штатах Америки. Знаєте, як вони прокоментували дебати Трампа і Байдена? Хоча це краще побачити, бо цинізм і нікчемність московитів не мають меж. Эти люди, кроме как сдачи анализов в спичечные коробки, ничего не могут. Это и это были бы посиделки в доме престарелых. Один даже не мог сформулировать, что он хочет. Причем вся американская печать, вот сейчас, вот последний час, она в ужасе от того, что исполнил товарищ Байден. А второй занимался политическим популизмом и топтал тяжело больного деда. Конкретики ноль. Причем какое отношение имеет выход Соединенных Штатов из Афганистана к тому, что произошло на территории Европы? Вот это, с таким же успехом можно было бы сказать, что сборная Украина вылетела с чемпионата Европы по футболу, потому что в Боливии была попытка государственного переворота. Насправді, ці путінські гієни біснуються, бо Трамп вперше публічно відкинув пропозиції Путіна щодо війни проти України. Ну, а Байден це робив і до дебатів раніше. Тож, звісно, Путіну тепер і Трамп, і Байден не друзі. Это те самые американцы, которые своими свинячими пингвиньями заявляют, что свобода СМИ в России ограничена специально для того, что вот мы ввели ответные санкции против западных помоек, и сказано, чтобы мы не узнали правду. Вообще, какой-то МИД Италии, кепатейска, смеет что-то высказывать России, то, что как же так, вы что? В МИД Италии осудили блокировку европейских СМИ в России. А в МИД Италии это патентата осудили блокировку российских СМИ. МИД Италии патентата пацейска. Слуги Запада, спецслужбы Украины против российских журналистов. Говорят, нет, это не журналисты, это пропагандисты. Они придумали себе объяснение, что их продажные лживые CNN, BBC, CNBC, все Reuters, Deutsche Welle, все эти откровенные работающие на западные спецслужбы, они якобы честные журналисты, а те, которые говорят правду, но говорят эту правду, будучи русскими людьми, не получающими денег от западных спецслужб, как все предатели нашей страны, выстроившиеся в очередь на Чевеле и прочим помойкам, напрямую содержащимся ясноки. До речі, вам нагадаю, що формально ані Байден, ані Трамп кандидатами технічно ще не є. Трампа мають затвердити кандидатом на липневому з'їзді Республіканської партії в Мілуокі, а Байдена на з'їзді Демократичної партії в Чикаго у серпні. І наступні дебати мають відбутися вже 10 вересня, ну а самі президентські вибори 5 листопада. Вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я, Інна Набок. А хто знову чи вкотре постукає з дна на болотах, обов'язково розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. Донатьте на Збройні Сили України і до зустрічі!